Привет! Роман подогнал мне еще один баллон. Сделаем еще одну годную вещь. Возьмем сверлышко 12 миллиметров. Этот аккум я ушатал уже. Ждут новые. Будет перепаковка. Если интересно, пишите в комментарии. Отдельное видео запишу. Алиэкспресс рулит. Вот это то, что нам надо. Ну что ж, магнитом достанем всю стружку. Возьмем коробочку со всякими ништяками. Можно взять краник и два фитинга. Получится вот такая конструкция. Краник нужен, так как мы вставим воздух, и отсюда сразу хлынет струя. Одеваем. Открыли. Накачали. Закрыли краник. Сняли отсюда, сняли отсюда. Думали, все так просто? Нет. Надо это как-то соединить. У меня муфты нету, есть такая. Ну что, сейчас резьбу перережем. Здесь нужно сделать еще одно отверстие, которого нет, но я хочу, чтобы оно там было. Режем там резьба. 1/8. Собирать нашу конструкцию будем на клей-фиксатор. Я все собираю на фиксатор резьбы. Без манометра никак. Специально для него приобрел еще один микрошланг. Вот так это компактненько все выглядит. Специально для вас спустил колесо, и сейчас мы его накачаем. Сверху видно, будто колесо спущено, но оно не так, оно просто мокрое. Как видим, давление 2,2, и здесь осталось 2,2. Как раз хватило накачать полностью колесо. Спущенное, накачанное. Здесь было 7 атмосфер, и нам удалось полностью накачать одно колесо. Давление упало до 2. Но нам же не нужно полностью колесо качать, это чисто тест. Это сделано для того, чтобы делать проверку давления. Вот, например, здесь давление 1. Подкачали до 1,2, много воздуха не надо.
Это колесо ездит при давлении 1,2. Объем воздуха большой, давление небольшое. Но подкачать все 4 колеса этого баллона хватит с головой, чисто проверить давление. Словил момент, когда включился компрессор. Здесь накачается до 8. Ну вот, в момент полной накачки моих ресиверов подключил еще. И как видим, он полностью накачан. Заехал к ребятам на приемку посмотреть, есть ли что-то там интересного, чего не купишь в магазине. Это факт. И спросил у ребят, есть ли колеса от какой-нибудь детской коляски или чего-то похожего. Мне нужны сами бублики резиновые. И для меня из мусорника достают этих 2 бублика, как раз такие, как мне нужно. Поблагодарил ребят и отправился их клеить. Видим, обычный баллон совсем неустойчивый, конструкция такая себе. Резиновый бублик решил эту задачу, да и баллон с ним выглядит намного круче. Последнее время я вообще перестал лазить по гипермаркетам и искать те ништяки, которые мне нужны, их и так там нету. Я покупаю все на Алиэкспрессе и подождал 2 недельки, оно пришло. Радости полные штаны и экономия времени. Так что, ребята, я вам оставлю ссылки на все комплектующие, которые я сюда использовал. Экономьте свое время. И спасибо китайцам, что они существуют. И почта супер быстрая. Скажу вам по секрету. Если у вас нет компрессора, где можно заправиться вот таким быстросъемом. На Али можно купить вот такой ништяк. 1/8 резьба. Закрутить ниппель сверху, либо сбоку, засверлить, нарезать резьбу. Либо взять вот такую муфту, 1/4, 1/8 переходник и собрать вместе. Получится вот такой переходник и можно его включить вот сюда. А бесплатный воздух есть на заправках. Только я вам этого не говорил. Баллон получился компактнее, уже не придумаешь. А сфера применения зависит только от ваших мыслей в голове и ваших идей. Сделал очередной ништяк в свою мастерскую, а видео запилил для вас. Вашей благодарностью будет поделиться этим видео с друзьями. На этом все. Добра, до новых встреч. Пока.